Владимир Раскин, капитан «Крылья Советов», уже фигура настоящая, символизирующая этот самарский коллектив рядом с нами. Владимир, наверняка довольны победой, за счет чего удалось такой качественный футбол показать против «Сити»? Ну да, в принципе, хотя начали не очень здорово, 0-2 проигрывали, но, наверное, самое важное, что в третьем периоде перестроились и начали играть больше через вратаря. Поэтому 2-2, наши португальцы Джордан и Мартинс разыгрывали атаки, поэтому 4-2 проигрывали перед третьим периодом и выиграли в 2 мяча еще. Наверное, за счет этого самое важное. Откуда находите силы? Ведь столько времени и вы достаточно много проводите на площадке, особенно Би Мартинс и Джордан, у которого были проблемы со здоровьем перед этим этапом. Ну, у нас тренер очень хорошие тренировки проводит по физподготовке, очень много бегаем. Физподготовка у нас на уровне, если честно, я думаю, что мы по физике достаточно очень хорошо готовы, потому что играем в 6 человек, в 6-7. Поэтому, ну, физически, конечно, да, под конец игры уже тяжеловато. Это было заметно, как в игре с ЦСКА, когда мы вели, опять-таки, 2 периода, а в третьем упустили. И то же самое с Элмонтом. А так, готово, хорошо. Обращаясь к вашим предыдущим словам, вы стараетесь через вратаря играть вне зависимости, кто он, Володин или Осетров? Ну, Володин более опытный, он уже, как бы, давно в прежнем футболе. А что касается Осетрова, то Марк, это его только, по сути... Он в прошлом году сыграл на Кубке России, это его первый чемпионат России, поэтому ногами он еще пока, ну, не так хорош, надо прибавлять. А конкретно вот это вот 2-2 специально выпускали под это Володина, потому что он более опытный. Вот. И напоследок спрошу, вы уже рассказывали в одном из интервью, что для вас, по сути, неожиданностью стало наличие капитанской повязки, то есть перед одной из встреч в Москве здесь. Расскажите, как это случилось и есть ли у вас какое-то уже прозвище в Самаре среди местных любителей пляжного футбола? Нет, прозвища нет, а что касается капитанской повязки, то вот прям перед игрой с Элмонтом пришли сюда, выходим на разминку, и тренер мне сказал, что сегодня я буду капитаном. Вот, все. Никак этого не объяснял? Нет, да, никак, просто Вова капитан, все. Спасибо вам большое, успехов в команде в дальнейшем.